Твери прошел финал чемпионата области по волейболу среди мужчин. Борьбу за главный трофей Верхневолжья на площадке спорткомплекса «Юбилейный» вели 6 команд из Торжка, Бежецка, Сележарова, Калининского района и областного центра. В результате упорных игр бронзовые медали чемпионата завоевали волейболисты Калининского района, которые в решающем матче со счетом 3-2 по партиям обыграли команду Сележарова. В игре за первое место встретились два тверских коллектива «Динамо» и чемпион прошлого года сборная Тверского технического университета. Со счетом 3-1 победу одержали волейболисты «Политеха» и отстояли титул чемпиона Верхневолжья.